Класс! Маша с Тимой знакомятся со слоником. Собрали. Привет! Вы на канале Чамбита. И Маша! Мы сегодня пришли в цирк. Привет, друзья! Да, мы пришли в суперский цирк Кобзов. Здесь будут тигры, слоны, всякие акробаты. Программа называется «Цирк Италии». Посмотрим, что там интересного. Смотрите, какую мы красотку встретили по дороге. Остановилась, машин нету, и она по пешеходному переходу побежала. Красавица. Нет, это не цирковая конячка, это, наверное, где-то здесь ипподром. Пришли мы на выставку супергероев при цирке. Давайте посмотрим, что здесь. Утышка, здесь сразу Человек-паук нас встречает. Здесь Капитан Америка. Ого, прикольно. Смотри, какой. Вау. Это этот, Терминатор. Такой страшный, такой ужасный. Тим, не страшно тебе? Терминатор. А вот Капитан Америка, да. Вот Капитан Америка. Стоит. Дай 5. Капитан Америка, дай 5. Прикольно. А это Халк. Маша, видишь, какой он здоровенный? Смотри, какие у него мышцы накачанные. Супер. А это... Знать бы, что это еще за ерундень такая. Это, по-моему, он с ним дрался. Меня еще раз. Виталь, ты не смотрел фильм про Халка? Кто это такой? Как его зовут? Это какая-то выдра. Трансформер. Какой-то трансформер. Да. Ребята, кто смотрел Халка? Мы не смотрели. Напишите нам в комментариях, пожалуйста, что это за такой зверь. Угу. Здесь указатели, типа светофора. Тимофей, с кем ты мчишься? С Терминатором! Вы выполняете суперважное задание супергероя. Класс! Суперская выставка. Маша, тебе как нравится? Да. Сядешь к Терминатору на мотоцикл? Чего, боишься? Да. Ребята, куда вы попали? В сети к Человеку-пауку? Да, серьезная переделка. Ну, выбирайтесь. Вытащите нас. А сейчас мы попадем на выставку к самым смешным чудикам, миньонам. Ребята, поехали. Да. Это их автобус. Залазим. О, сразу нас встречают. Посмотрите, кто за рулем. Весельчак Гру. Посмотрите, их здесь целый автобус. Один с высунутым языком, смотри. Один такой. Я одного еще нашел. А этот чудик что делает? Ему в рот что-то. Что-то ему в рот из вот этой штуки капает. Я что-то уже не помню. Вот он, да, смотри. Этот в заточении сидит. Добряк. Добряк, да? А вот полиция. Да, это миньон полиция. Ух ты, смотри. Да, мы на выставке уже, миньон. Да. А это лаборатория миньонов, да? Давай посмотрим, этот чудик что-то здесь мастерит. Это их диванчик, они здесь отдыхают. Тима, ну присядь с Машей на диванчик. Можете одеть вот эти каски на голову и будете как миньоны, да? Смотри, теперь вы похожи на миньонов. Ну вы прикольные. И последняя выставка «Веселый дилижанс». Это комната смеха. Это цирковой дилижанс. А тут нас встречают клоуны. Класс, Тимофей. Это самая натуральная комната смеха. Вот такие вот здесь все прикольные. Привет. Маш, ну что, будем смеяться вместе? Ну, а здесь дети, смотрите, какие вы. Дима, шуть вы за головой. Ого.
Приколисты. Дети, занимайте свои места. Поедем в страну под названием цирк. На гастроли поедем. Вы кем будете? Клоунами? Берите их на руки. Садитесь сюда. Тима, Маша, вы уже видите слонов? Бегите до них, скорей. Ой-ой-ой, Маша, ты же мы тебя не забрал. Да. Не надо бояться, слоник добрый. Давай. Класс. Маша с Тимой знакомится со слоником. Забрала, не боись. Маш, как пылесос затянул. Погладь. Сынок, иди сюда. Смотри. Слышите, он как пылесосом затянул. Супер. Класс. Сейчас можно сфотографироваться, да? Но это еще не все. Посмотрите, кто здесь весил лапы. Это тигры. Тоже проснулся. Он выглядывает. Такой красава. Красавчики!